Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в шкемялочку на сервере на ролеплей Центральный Округ. У них здесь Кирилл Путбулов, и не забывайте вводить мани при регистрации. Итак, я вообще сегодня собирался, короче, поработать дальнобойщиком, но с видом от первого лица, но я посмотрел этот вид от первого лица, вообще с ним нереально работать, потому что, ну, он вообще никакой. Это очень обидно, потому что я хотел от первого лица поездить на фуре, поработать. Но, к сожалению, это у нас не получится. Итак, давайте посмотрим. Так, заправки Эдова. Это сильно далеко. Так, Арзамас, жилой 2. 3000. Угу. Ну, давайте, не знаю, Арзамас, Батырева. Что у нас тут еще есть? Заправка на Арзамасе. Ну, самое выгодное это будет, наверное, вот это. 3300. Хотя можно 4000, вот. Заправка в Южном. Но, блин, мне кажется, мы туда не доедем. Хотя, в принципе, ладно, 4000 платят. Я думаю, почему бы не поехать туда. Так, на этой СС достаточно топлива. Хорошо. Так, значит, нужно искать, где мало топлива вообще. Очень мало топлива. Давайте, ну, заправка номер 5. Пусть будет. Все, подъезжаю на маркер. Кстати, блин, на сервер очень трудно зайти теперь. Прям реально трудно зайти. Так, загрузка топлива началась, ага. Просто сервер полный, 500 из 500 людей. Так само, я думаю, и на Южном округе. Кстати, завтра, то есть в понедельник, 13 числа, открывается третий сервер. Северный округ в 17.00, поэтому, кто не знает, то, в принципе, будете знать и заходите туда. Возможно, я тоже зайду чисто записать, как вообще происходит открытие сервера, сколько там людей будет. Ну, мне кажется, блин, в итоге это не исправит того, что все сервера забиты. Ну, может, на какое-то время. В итоге там, ну, думаю, через недельку обратно будут все три сервера забитых. Тем более, пока что еще каникулы. Поэтому, я думаю, все сервера будут как бы забиты. Так, а куда нам ехать вообще? Ого. Нам ехать аж в Бусаево. Ну, ладно, что делать. Поехали в Бусаево, в принципе. На нашей фуре, Volvo. Блин, жалко, что от первого лица не получилось, потому что я думаю, это было бы интересно, но так придется просто поработать, поразговаривать с вами на разные темы, короче, и так далее. Кстати, пишите мне в комментариях, что не поснимать, потому что у меня что-то идеи реально заканчиваются, чтобы такого поснимать, поэтому пишите в комментариях. Только давайте без фракции, потому что в фракцию не хочу никакую идти. Пишите идеи, возможно, что-то с машиной поснимать и так далее. Потому что у меня идей довольно-таки мало вообще нету уже, честно говоря. Поэтому пишите свои идеи в комментариях, ну и не забывайте ставить лайки. Так, вот мы подъезжаем уже к Бусаево. Кстати, я здесь раньше жил. Был у меня здесь домик, но потом его продал и переехал к домикам рыбака. Конечно, жалко, блин, мне здесь очень дом нравился. Мне его подарил еще подписчик, я помню, Денис Рева. Мой дом был самый первый, вот, вон тот дом. Сейчас покажу вам, какой из них. Вот именно вот этот дом был мой. Я его продал подписчику потом. Не помню за сколько, по-моему, за 4 миллиона, что-то около того. Короче, да, блин, охрененный был райончик на самом деле. Ну, есть райончик охрененный, в принципе, да. Так, все. Мы привезли продукт, нам заплатили сразу 3000. Теперь нужно возвращаться обратно, брать прицеп и везти снова, так сказать, продукты в другие бизнесы. Блин, вы смотрите, как насколько прицеп тяжелый для этого грузовика. Когда я с прицепом еду, я еду максимум 106. А здесь без прицепа я просто еду 150. Это просто жесть, реально. Реально прицеп настолько тяжелый, что с ним фура очень плохо едет. Ну, так и должно быть, в принципе, как и в реальной жизни. Как бы, поэтому это все нормально. Но все равно, блин, интересно то, что с прицепом едешь 106, а без 150. Довольно-таки интересная тема. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот как бывает, пацаны. Поэтому не нужно скорачивать путь, как хотел сделать это я. Аккуратненько, чувак, Азовенко стоит на фуру. Ну, сейчас, короче, это, по идее, моя серая, да, я могу ее забрать. И, ну, ладно. Печалька, конечно, ну, ладно, арендуем другую же фуру. Все.
Так, берем обратно прицеп. Любой прицеп берем, подцепляем его. И, конечно, будем дальнобойщика, я особо не хочу снимать. Так, что-то где-то можно поближе. Этого нет, далеко сильно, Батырева нет. А, южная заправка въезд. Вот сюда можно поехать. У нас здесь достаточно топлива. А, заправка Арзамас. Давайте на заправку Арзамас ездим тогда. Заправимся. Так, все, загружается, короче. Ждем, пока загрузится, и поедем уже отвозить груз. Так, все, мы успешно загрузились. Теперь можно ехать. Так, тут никого нету, чтобы никого не врезаться. Ну, я думаю, не один я так проезжаю, поэтому ничего здесь страшного нету. Я думаю, за это не карают, не наказывают. Поэтому так можно проезжать. Так, едем в Арзамас. А куда именно, я не знаю. Блин, на самом деле далеко не хочу ездить. Вот хреново, что заказов на самом деле очень мало, как бы. Но дальнобойщики на родине очень прикольно сделаны тем, что вы возите продукты. Реально это нужно делать, а не как на других проектах. Вы просто возите пустой груз, который никому не нужен, по сути, как бы. А здесь вы как бы делаете пользу, завозите продукты в бизнесы. Это довольно-таки круто. А нет, смотрите, с прицепом он даже 120 едет. Ёп, макарёк, что-то я это не замечал. А фура довольно-таки очень быстро передвигается, на самом деле. Ну, конечно, не 150, но почти 130 по прямой, пацаны. 130, 132, 133, 136. Блин, он может выжить даже 150, мне кажется. Просто нужна длинная прямая очень. Но так, блин, это круто. Это реально круто. Так, а мне нельзя фуру покидать даже. Ну, я думаю, мне можно будет в банк заехать. Все, так, разворачиваемся и... едем, в принципе, дальше. Так, пацаны, сейчас будет гонка с запорожцем просто. Надо его надрать. У меня какой вообще двигатель? Хуй знает какой, В12, наверное. Так, ух, ебать, чувак дрифтит. Так, давай, мы должны запорожец сделать. Ну же, давай, разгоняйся, фура, ты можешь. Давай, пошла, родная, пошла. Смотрите, бля, гонка века, пацаны. Блять, я чуть не улетел, увидели? Давай, Запорожец, мы не можем обогнать. Почему? Сука, так и знал, что, блять, это пушка-гонка Запорожец, мы его не обгоним. Давай, 150 почти. Идем за ним прям. Оп, бля, главное его не придавить, на самом деле. Есть, мы его сделали. Админ, аккуратно. Опа. Опа, пошли, смотрите, Запорожец, входит в поворот, давай, родной, жми. Не, все, мы выстрелили, просто улетели в космос. Ну, блин, конечно, Запорожец, я не знаю, скажите, сколько он едет, где-то сколько, наверное, сколько мы, но фуроразгон хороший. Поэтому ему не жить, короче, против нас, ему не справиться. Не, ну это было весело. Это было реально весело. Так, заправка номер 6. Блин, здесь мало платят. Выезд. Там достаточно продуктов. Заправка батареи. Блин, далеко ехать. Так, Арзамас жилой. Этого. Давайте пробуем вот эту заправку, я думаю. Я вот не представляю, куда нам нужно будет ехать, но... я думаю, недалеко куда-то. Ой, нет. Только не туда. Ноу. No. Ай-яй-яй, это так далеко ехать просто, вы не представляете. Ну ладно, что, поедем туда, блин, а как туда ехать? Это выезжать, бля, это такой сейчас пиздец круг надо делать, вы, блядь, не представляете. Ну ладно, что, поедем, так уж и быть. Завезем бензин наш в Лыткарино, блин, это пиздец. Ну ладно, что делать. Что-то я не рассмотрел, блин. Жалко, нельзя отказаться как-то, либо можно. Ну ладно, херен с ним. Ничего страшного, я не хотел просто далеко ехать, чтобы больше сделать рейсов, но походу это сейчас будет наш последний рейс. Сейчас, кстати, попробуем разогнать ее до 150 км, там будет дорога через Алькатрас, и там сможем максималку развить, я думаю. Там длинная прямая, поэтому все будет заебись, все будет замечательно. Поэтому есть плюсы в том, что нам далеко выпал, мы же тем более дальнобойщики. Извиняюсь, если будет шуму, потому что, сука, ебаные соседи, блядь, уже, блядь, пятый месяц ремонт капитальный делают. Это пиздец.
Просто, понимаете, там квартиру не купили. Я живу на 4-м этаже, они на 5-м этаже купили квартиру. Всего у меня 5-этажка дом. И, блядь, уже 5-й месяц что-то там делают. Это пиздец, уже полы поменяли. Чё они там только не сделали, блядь? Сколько можно, серьезно? Мне кажется, они, блядь, до зимы нахуй не сделают. Там 2 рабочих, блядь, это пиздец. Каждый день гуп-гуп. Сверли что-то, блядь, пилят. Так херит, пиздец просто. И каждый день с 9 утра или даже с 8. Так заебало, пиздец, отвечаю, пацаны. Бля, вперед уехала Hyundai или Hyundai. Аккорд, по-моему. Но мы его хуй догоним, на самом-то деле. А, у него тачка пропала. Воу. Так, вот здесь мы сможем максималку развить. Так, доджик стоит у нас здесь. Так, 118. 119, воу, пошла, пошла. Давай, 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 давай. Аккуратно, газель, сука, куда ты назад сдаешь, блядь? Пиздец, что не... мало места, блядь, или чё? Ещё в АФК вышел, по-моему. Пиздец, какой-то даун. Блядь, из него... Давай, 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 давай. 127 было, сука, ёбаные повороты. Походу мы максималку не раскочегарим. Надо её по максимуму разогнать. Давай, родная. Вот с горочки сейчас вообще попрёт, попрёт. Давай, давай, давай. Во-во-во-во-во, пошла, пошла. Давай, 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 давай. 138 было, 140. Так, давай, 150 надо. Есть. Я, по-моему, успел даже заскринить. 150, по-моему, если я не ошибаюсь. Так, здесь сейчас еще будет прямая. Просто, я не знаю, кто-то по максималке разгонял фуру с прицепом именно. Мне кажется, конечно, да, но... Ладно. Это будет тоже для нас достижением таким. Фуру на всю скорость разогнали. С горки только она едет, походу, 150, а так по прямой, видите, 136, 137 едет. Ну ладно, чё. Аня вот пошла. Не, ни хрена. Мне кажется, 150 она больше не поедет никогда в жизни. Не, я все понимаю, но светофор, блядь, в месте, где вообще никто не едет, и какая-то бетонная хуйня. Ну такое себе, блядь. Что-то разработчики немного, походу, что-то перепутали, да? Либо это типа... Да я не знаю, для чего это сделано. Если просто светофор был типа для драга какого-то, но нахера здесь бетонная хуйня стоит? Непонятно. Ладно, поехали дальше, короче. Так, мы уже почти доехали, вот, реально почти. Давайте попробуем в арку проехать. О, чё? Опа, чё? Чё за... Нам сюда нужно было бензин вместе? Охуенно просто. Лучше, блядь, не бывает просто. Съездил, называется. Бабах, нахуй. Я ебал просто. Ну, блядь, заебись. Решил заехать, да, блядь. Вот заправка была буквально там пару метров, а я разъебался в конце. Заебись, чё, заебись. Ну что ж, я думаю, на это будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ну и всем пока-пока.